Что, всех приветствую на канале. Сегодня вам поведаю историю одного интересного ивента в Idle War. Погрузимся в прохождение. Ну, тут я вне видео, так скажем, прокачал чуть-чуть, смотрите. Покажу сейчас, кого прокачал. Мэнпо, ну, вроде вы видели, да, что я ее возвысил. Ну и вот этих вот двух я поднял, Ипполиту, Сарана и вот эту дамочку, Мулань. 5 звезд. Ну да, это не какая-то глобальная была прокачка, поэтому вне видео. Вот, а сегодня попытаемся что сделать? Ну, попроходить ивенты, посмотреть вообще, что сыпет, не сыпет здесь. Ваше любимое магическое шоу. Открываем. Давайте, погнали. Три шапки на выбор. Ну, давай откроем все. Посмотрим, что вообще во всех. Ага. Фига с маслом. 15. А минимум 20-ка. Понятно. Ну, еще дадут нам сейчас. За призывы жизни. 80 сделаем, я думаю. Получим тут награды. Вот, в принципе, стандартно, погнали. Так, надо лишний клан мусор закинуть. И поехали. Значит, как мы сейчас сделаем с вами? Откроем десятку элитнейших героев, вот этих вот. Просто элита. Я думаю, они вас удивят. Давайте посмотрим, что за элитные герои сегодня. Ну, из таких реально, кто здесь элитный, это, наверное, вот это Дайрант, ну, понятно, Склай. Остальное все, ну, Ева еще, Вали, точнее. Остальное хлам. Ну, тем не менее, вытащили небесного. Герой рая. Зелень есть, голубые есть. Два фиолетовых надо, вот. Нет, один фиолетовый. И рыжих вообще нет. Так, три рыжих. Один фиол. Ну, давайте ее призовем, Афродиту. И Дайруса вдвое, да? Хорошо. Все. С этим расквитались. Ну и вторая часть сейчас. X80 в древе жизни. Видосы не хочу сильно перегружать, потому что, опять же, сами понимаете, много выходит контента, а он особо и не востребован, считается. Так, ну X50 сделали. Всякие тут повыпадали. Ну и вот этих вот. По 10 грузанем. Посмотрим. Ну, выпадает. Более-менее. Синий не повезло. Все. Забираем здесь все жетоны. Вот такую вот сумасшедшую награду. Жирную. Ну и еще раз в магическом шоу давайте попытаем счастье. Выберем эту шляпу. 5 цветов. Окей, давай. Обновляем. Выбираем эту шляпу. 300. Отлично. Ну, давайте еще раз обновляем. А, тут смотри, написано Performance Record Before Next Super Reward. То есть через 6 обновлений будет супер награда. Ну, неплохо. Неплохо. Тогда оставим, может, еще наберем. Еще 34 часа. Ну, вот такой вот видос получился. Надеюсь, вам всем понравилось. Мы, естественно, здесь продолжаем развиваться, продолжаем прокачиваться. И, конечно, хочется достичь полноценных 6 топ-героев вот такого вот уровня. Как Склай. Или как Свечение Смерти. До 9 уровня. У меня потихонечку здесь двигается. Ну, из таких, кого бы хотелось реально здесь возвысить, и меня вы постоянно спрашиваете. Ну, на сегодня это вот эта дама, Элиза.
ее, на нее акцент делаем. Ипполита. Ну, конечно же, вот этот Саран. Куда же без него? Шехмет, возможно, но редко падают на нее карты. Ну и, конечно же, Мулан. Это вот основные карты, которые я сейчас возношу. Руан, он постольку. Если пойдет, возьмите, если нет, то нет. Все на этом. Всем удачи и пока-пока.